Мы пришли в Макдональдс в Америке. Сейчас я вам покажу, какие здесь у нас идут игрушки. Ужас, да? У нас, кстати, в Украине и в России намного лучше игрушки, чем здесь в Америке. Окей. Why can go have drink there? Look, yeah, so... Так что это Макдональдс. Я пришла со своим любимым. Вот он, мой любимый мальчик. Итак, что мы будем пить? Итак, лед мы всыпаем. Итак, что мы будем пить? Давайте выберем с вами. Что ты хочешь, чтобы мы попили? Что я хочу попить? Я не хочу ничего. Давай я выбираю фанту, да, лучше. Это кола все время, и это фанта. Я пью фанту, наверное. Давай нальем. Давай, вот сейчас мой любимый нальет. Поэтому я говорю, в России, в Украине игрушки намного лучше, чем здесь. Так, ну вот такой вот Макдональдс. Сейчас я выйду на улицу, сниму, окей? Салфеточек возьми, пожалуйста. Или я приду, сейчас возьму. Так, сейчас... Вон, смотрите, как красиво. Да, вот такие вот дела. Погода, видите, хорошая, снег у нас. Вот значок Макдональдса. А вот и сам Макдональдс. Так что, все. Чики-чики. Это был канал Ukrainian Girl in USA. Надеюсь, вам понравилось мое видео.